Приветствую всех, кто смотрит. Итак, начинаем новую игру. Игра Gunsmith. Это также крафтовый симулятор. Привет, Факторио. Так, в этой игре нам предстоит изготавливать оружие. И будем мы его изготавливать не в подпольных условиях, на продажу криминальным элементам, а в заводских, в промышленных масштабах под госзаказ, если можно так сказать. Начнем, пожалуй, новую игру. Ну, разумеется, стволы нам сразу не доверят, придется развиваться с самых низов, так сказать. А здесь можно выбрать сложность игры. Так, легкая, с большим количеством денег, нормальная, стартовый капитал поменьше, хард еще меньше и гансмит самое меньшее. Возьмем самую сложную. Затем можно выбрать сценарий, то есть определить, так сказать, ну, то, чего мы должны достигнуть в конечном итоге, заработать 100 миллионов. Так. Дорога к богатству. Заработать 100 миллионов. Это, кстати, будет окончательной точкой. Так. Как бы это сказать? Ну, заработать себе имя. Так, заработать репутацию в таких-то организациях. Так, железный век. То есть создать какие-то типы боеприпасов определенные и оружие, вооружение. Так, здесь заработать денег и создать определенные предметы, а также заработать определенную репутацию. Так, ну мы возьмем, наверное, песочницу. Это, так сказать, бесконечная версия. Только мы сами можем определить, ну, когда закончить игру. Начнем, пожалуй. Песочница — это просто подразумевает то, что, ну, здесь нет определенной окончательной точки, которую мы должны достигнуть. Но никаких дополнительных преимуществ это не дает. Так, дальше мы можем выбрать страну, где мы можем начать. Так, ну, выбрать мы ее не можем. Все у нас закрыто. Так, вот все локации у нас закрыты, кроме Соединенных Штатов. То есть необходимо это все разблокировать будет. Ну ладно, начнем там, где предлагают. Поехали. Good morning. It's me, Vienna. I know this has taken longer than expected, but I'm happy to tell you that we've started to conclude your father's estate. I've sent you the keys for a small factory that you've inherited. Use the front door with the padlock. Unfortunately, there's not a lot left. Much of it was reclaimed by creditors after he passed away. Так, вот наша фабрика. Ну, наверное, пропустим обучение. Так, для начала. Так. Секундочку, откуда у нас столько бабла? Так, время на паузу. Тут вам не ставится.
Видимо, выбрал не ту. Так, это что у нас такое? Это сносить. Это ремонт. Что-то требует ремонта. Так, это подобрать предметы. Вот строительное меню. Что мы можем делать? А, мы можем все делать. Песочница. Так, давно в эту игру не играл, поэтому тут все переделали. Ладно. Начнем новую игру. Только уже не в песочнице. Нам не нужно, чтобы все сразу было открыто. А постепенное развитие. Вот сценарий. То есть вот они куда это переместили. То есть в песочнице теперь доступно все с самого начала. Так, пропустим это дело. Так, обучение тоже пропустим. Не так? Да, у нас ни хренища нету. Нас гонят по обучалке. Нам это не надо. У нас пусто в закромах родины, так сказать. Вот наша фабрика. Она довольно большая и пустая. Ну, тут кое-что есть, кое-какие аппараты. Время здесь тормознуть никак нельзя. Так, вот наша первая производственная линия. Так, это... А, курс патрулирования. Так. Ресурсы. Что у нас есть? Есть немножко тряпочек, немного пластика. Так, заказы. Заказы, вот они. Так, активных нету, а вот то, что мы можем взять. Так, что им нужно? Так, клиенты, кто у нас есть? Так, есть клиенты из России, из США, из Китая. Репутация у нас пока нулевая. Только начинаем, что им нужно всем? Перчаточки. Перчаточки в больших количествах. Так, ну для начала, прежде чем брать заказ, переделаем линию. Производственную линию. Так, это все нафиг. Так, снести камеру, поменять. Установить. Так, а чем оно передвигается? Я уже забыл. Так, это целостность наших аппаратов. То есть добавился ремонт. Этого раньше не было. Это
Всякие приспособления. Многое добавилось, чего раньше не было. Это для офиса. Так, это что такое? Платформы. Так, первый день прошел, мы ничего не сделали. Так. Так, крутить мы можем. А вот как вот это вот поднять? Оно не поднимается мышой. А должно. А, все. Так, разобрать к чертям собачьим. Первую производственную линию надо поставить. По производству перчаточек. Так, это диспенсер. Да, блин, уберись. Я эту штуку хочу поднять. И перенести. Можно запускать исследования. Так, это рецепты, рынок, где мы можем покупать необходимое оборудование. Вот ветка исследований. Мы можем, у нас 124 тысячи, мы можем какое-то количество денег отправить в исследование. Получить за это очки исследования и открывать эту ветку. Так. Вот это у нас уже открыто, а вот это все еще предстоит изучать. Так. Стеллажи. А вот ветка оружия. Ветка боеприпасов. И, собственно, самих... Сама производственная линия оружия. Вот до нее мы еще доберемся. А пока нам нужно... Нужно нам? Что же нам нужно? Так. Перчатки. Мы умеем делать. Это что? Дополнительные ботинки, бронежилеты, брюки, рюкзаки. Эта штука у нас открыта? Нет, не открыта. 50 очков требуется. Вот что нам нужно. Во-первых, конвейеры. Так. Диспенсер у нас вроде открыт. Это что такое? А, ясно. Вот, что нам нужно. Нам нужен делитель. Так, а вот это тоже новое. Перекрестная лента. Но нам первое, что нужно, делитель. 35 очков, его нет. Ладно, позже будет. Итак, займемся линией производства перчаточек. Так, новый клиент. Немец пришел. Че тебе надо, немец? А ну просто будет нашим клиентом. Так. Линия производства перчаток. Что надо перчаточкам? Так. Диспенсер. Диспенсер выдает... Так. Выход. Тряпочки. Либо пластик. Так, он у нас будет выдавать тряпочки. Тряпочки необходимо порезать. Так, перчатки. Вот рецепт. Что нам на это нужно? То есть нужно... Второй диспенсер нужен. На пластик. Новый заказ, но мы пока разбираемся. То есть нужно... Кусочек тряпочки, кусочек пластика. Тряпочку порезать с помощью каттера. А пластик переплавить. Затем отформировать. И в мерджере все это соединить. Затем прошить один раз и упаковать. Вот наш рецепт на перчатки. Так,
Что у нас есть в запасе? Еще один диспенсер. Так, эй, а ну-ка иди сюда. Так, это у нас блоки, силовые блоки. Можно их как-то покомпактнее. Но они требуют ремонта. Я уж смотрю, это тоже новое. Но большие силовые блоки. Так. А, день прошел, наверное, там уже что-то появилось в исследованиях. Есть? Есть делитель. А ну-ка пошел. 2 дня на изучение. Итак, ты у нас выдаешь тряпочки, а ты будешь выдавать пластик. Пластик надо переплавить. Так, ты у нас плавишь пластик. Убираем пока все это дело. Так, расплавленный пластик идет сюда. Тряпочки. Так, а маленькая лента у нас есть? Не вижу маленькой ленты. Ладно. Делаем так. Так, мерджер. У него двойной вход. Так, ты у нас выдаешь пластик. Пластик плавится. Ты у нас выдаешь тряпочки. А, тряпочки необходимо порезать. Порезать тряпочки. Это делается вот в этом, в каттере. Так, главное поставить ровно, чтобы ничего не вываливалось оттуда. Так. Тут идет пластик. Тут идет... Так. Формовщик. Забыл. Так, пластик нужно нагреть. Так, печку дайте сюда. Пластик будет сначала нагреваться. Затем формовщик. А затем уже на выход. Так, разная длина. Разная длина конвейеров. Короткого у нас и нету. Тут у нас есть еще в запасе. Так, это упаковщик, нагреватель и лента выдачи. Короткого конвейера не видно. Сюда бы очень пригодился. Тогда вот это попробуем убрать и поставить вплотную. Проходит? Так. Заказ. 500 перчаток от немца. Ладно, берем. Так, там проходит. Вываливаться, надеюсь, не будет. Но тут опять же... Как все это... совместить вот так. Сюда, сюда, сюда.
Сюда, отлично. Ты у нас делаешь перчатки. Из заготовок и пластика. Затем их необходимо прошить. И отправить на упаковку. Да, там у нас энергоблок стоит. Более компактно бы это распихать. Не туда. Так, лента выдачи. Отлично. Так, полочки отсюда убрать нафиг. Они у нас встанут здесь. На эти стеллажи будет приходить товар. Стеллажей нам понадобится много. Так, денег у нас 108 тысяч. Так, строим. Стеллажи дайте нам. Так, это что? Это... Вот они, стеллажи. Пока в один ряд. Можно делать в два. Они довольно дешевые. Нам доступно пока три этажа. Все, четвертый не можем. Нужно открывать. Поставим пока одну такую большую стойку. Так, далее. Далее нам необходимо поставить сюда панель управления. Так, где она тут? Тут вроде, да. Панель управления. Так, перчатки линия 1. Добавить станцию. Но если будет расширяться, поэтому пусть стоит здесь. Добавим еще станцию. Так, сейчас объясню зачем. Так. Что такое? Так, станция. Рабочие станции, вот они. Так, это у нас будет станция. Линия группа 1. Endline это будет. По-английски писать. End of line 1. Конец линии. В конец линии мы внесем упаковщик. Так, это не вносится. И прошиватель. Эти штуки должны работать постоянно, независимо от тех. Запустить. Работает? Эй, товарищ. Ну, назначили. Или как? А, вот. Так, упаковщик и прошиватель. Конец линии 1 пошел. Так, эти два заработали аппарата. Вторая. Так,
Нанять сотрудника. Без сотрудника не работает. Аппараты. Так, оба диспенсера. Нарезка. Изготовление. Так, что это такое? Пока оставим. А, это контроль дополнительный и ремонт аппаратов. Ладно. И в конец линии нам надо внести еще. Так, нагреватель и формовщик. Эта штука должна работать постоянно. В отличие от того, что будет у нас выдавать материал. Так. Материал выдает два диспенсера. Здесь он нарезается, здесь формуется. Вперед. Пошел. Так, ремонт. Кому-то надо задать ремонт. Сотрудники есть? Так, лайн контроль. Двое сидят. Механик. Вот кто нам нужен. Нанять механика обязательно. Это тоже новое, раньше не было. Так. Make it manager. Тоже наверняка обязательно. Кто у нас этим всем делом заниматься-то будет? Денежки тают на глазах. Сотрудникам что можно? Скамеечку поставить? А, сюда нельзя, только в офис. Кто этим всем делом будет заниматься? Так, тут у нас. Как успехи? Ты что-нибудь выдаешь? 0. 19. А куда уехала? Так, сотня. Пластика есть? Перчаток нет. А, не задал. Давай. Вот, они поехали. Перчаточки. Тут накопилось какое-то количество. Пошло дело. Упаковщик у нас упаковывает их штук по 20. Линия заработала. Итак. А что у нас с исследованием? Исследовался? Да. Исследовался. Построить можем? А, где эта штука? А, вот она. Построить можем. Значит, мы можем расширить линию перчаток. Но заодно нам нужно еще закупить материалу. Что там у нас с заказами? Так, еще кто-то приперся. Разумеется, принимаем. Приперся с деньгами. Так, активные заказы. 500. А времени сколько осталось? 17 минут. Заказ на 4000. Ладно, надеюсь, успеем. Так. Исследуем дальше. Нам нужны короткие конвейеры. Так, а где их взять? Конвейер. Конвейер. Так, это не то. Это перекрестный. А где короткий конвейер? Не вижу. Раньше был. Так, это... Шейкер. Это подъемный. А был где-то... А, вот они. Короткий конвейер идет вместе с этим. Дайте-ка нам. Тут короткий конвейер. Конвейер на подъем и на спуск. Давай, пошел. Уменьшим пока до 3%. Даже до 2. А тут стоп-линия переделываем.
Эта линия тоже стоп пока. Полностью переделать. Итак, пластик. Убрать пока нафиг. Вот это все дело отсюда. Итак, ты у нас выдаешь тряпочки. Материал у нас кончился, надо будет закупить. Так, дальше ставим делитель. Так, тряпочки из делителя идут в обе стороны. Здесь стоит второй диспенсер на пластик. Пластик, блин, нагревается, формируется. И здесь стоит еще один делитель. Далее. Нарезка. Так, раз. И еще. Еще нужен каттер. Эндлайн. Так, мерджер. Каттер. Дайте к нам. Что это было? А, открыл. Короткие конвейеры. Вот теперь нам они пригодятся. Нефиг большие тратить. Так, два каттера. Выход. Тряпочки нарезаются. Ты выдаешь пластик. Нагрев, формовка. Так, эта машина просто сортирует. Так, далее. Далее, далее. Коротких дайте нам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, линия. Мерджер. Два, линия. Это выдает уже готовые перчаточки. Они должны прошиваться перед упаковкой. Так. Зиппер. Иди сюда. Так. И упаковщик. Так, сюда не лезет. Дайте еще короткий конвейер. Так. Выдача товара. Так, эту фигню убрать, перенести. Короче, тут. Вот так. Забиваем
Машины, так, тут у нас что? Так, прошиватель-упаковщик, переплавка, формовщик. Отлично. Сюда же добавляем и сортировщики. Вот так. Endline работает. Опа. Энергии нет. Серьезно? Ладно, согласен, что нет энергии. Дайте энергоблок. Дорогие заразы. Так. Endline. Пошел. Основная линия. Добавить. Так, второй коттер. Второй мерджер. Так, лампочки зеленые. Так, дальше ты делаешь перчатки. Ты тоже. Ты прошиваешь, ты прошиваешь. Ты выдаешь ткань. Все в порядке. Можно запускать. Но нет ни пластика, ни ткани. По энергии 277 к 500. Так, рыночек. Дайте рынок. Цена. Цена покупки красненькая. Стандартная цена 1 бакс, а у нас тут 3. Ну, что же делать? Дайте-ка по 1000 и того, и того. А лучше по 2. Так, и так у нас по 2000 ресурса есть. Пошел, работай, дорогой. Так, перчатки выдает. Пластик выдает. Процесс пошел. Коробочки формируются. Отлично. Если где-то что-то не так. Так, секунду. Это что такое? Что это было? Не выезжает на линию. Так, а вот этого быть не должно. Так, подобрать. Блин. Не успел. Должен. О, другое дело. Не надо нашу застревало. И эти коробочки у нас идут на склад. Ну вот, первая линия у нас построена. Это пока в сторону пригодится. Так, оттуда тоже надо что-то достать. Так, это упаковщик. Так, тут у нас запасная упаковщик, плавилка, Endline. Это все понадобится. Механик шуршит. Эй, механик. Это что такое? Перегрев? Или что это такое за значок? Тоже не было. Так. Так. Что у нас с механиком? Так, а назначить можно ремонт? Народ. Вот как это делается. И это все не бесплатно. То есть за всем этим еще следить надо, чинить все это дело, блин. Не бесплатно. Так, как там у нас клиенты?
260. 6 минут. Восемьдесят упаковали. 300. Так, рынок. Дайте к нам еще по 1000 примерно. Материалы. Так, это что? Ладно. Автоматика там какая-то. Не забываем про исследование. Далее нам понадобятся другие машины. Так, новые рецепты. Так, ну ладно, пока брать не будем. Это что? Так, это охладитель. Второй уровень, третий уровень. А, нагреватель второго уровня, третьего уровня. А это морозилка второго, третьего уровня. Так, нам пока нужно удариться в энергию. Так, берем. Это что? Так, это у нас поглотитель тепла вроде бы идет. Вода. Да, это поглотитель тепла от аппаратов. А это подача воды к аппаратам. Это что? А, линия контроль. То есть у них есть какой-то лимит. Это ремонт, стеллажи. Endline. Так, это... Химическое производство пороха. Это механика производства гильз, так сказать. Пойдет уже. Это все потом. Пока нам нужно расширить нашу базу. И дайте нам еще клиентов. Готово. Отдать. Так, отдаем заказ. Берем новый. Кто тут что у нас хочет? Ну, по количеству смотрим. Готовое можно сразу взять и отдать. У нас есть сотня, а им нужно 160. Что-то есть 140, 180. Пожалуйста, возьмем этот заказ и сразу его отдаем со склада. Отгрузили. Так, далее. 120. К 80, а к 60 уехала. Так, ну тоже берем. Уехала со склада. 0. Все разъехалось. Ну тут можно по идее все брать сразу. Такие есть. Так, сортировать по времени. Так, где тут? 2-3 часа. Эй, отсортируй-ка мне по времени, да? Опа. А, открыли. Это газовые печи, так сказать. А, вот он как сортирует по времени. Вот эти заказы истекают раньше. Да, блин. Новый заказ. По времени выполнения. Это время до истечения заказа, а это время
Выполнение. Одна минута. Ну уже. А успеем. Уехала. 40 минут на этот заказ. 9 минут. Если я правильно понимаю. Что-то тут с сортировкой либо не то, либо я не так это все понял, делаю. Так. Восемь минут 44. Что-то со временем тоже накрутили с последнего раза. А, это... Так, это сумма. Так, это количество, это сумма. А вот со временем... Ну да ладно. Ну-ка возьмем это. Чё тут у нас? 2,28. 2,05. Да. Вот это время выполнения, время на заказ. А это, скорее всего, время истечения. Ну, пока клиент свалит. Вот так. 10. 3 часа. 2 часа на выполнение заказов. Ну, мы быстрее штампуем. Так, все, отгрузили со склада. Что у нас с аппаратами? Ух ты, ё-моё, как их чинить-то надо. Издеваются. За всем не услежу. Этак я за всей линией не услежу. Да, накрутили тут с последнего времени. Давай чини. Так, а с этим пультом что у нас? Не работает. Так, что именно не работает? Опа, сортировщик не работал. Здесь пластика, наверное, накопилось. Ага. Дохренище в нем пластика накопилось, а в этом дохренище ткани накопилось. А я думаю, где все перчатки, блин? Уехала. Че такое? А все починить можно, товарищи? Так. Все, видимо, нельзя. Да, теперь за всей линией тут хрен уследишь. Так, на складе у нас уже отгрузили со склада. Следующий. Следующий. Ну, преимуществом тут надо брать американцев, поскольку идет, так сказать. Ну, необходимо будет выполнить какое-то количество заказов, так сказать, своей страны. А своя у нас, получается, Штаты. Поэтому больше нужно брать тех заказов, которые идут от них. Чтобы
набрать определенное количество, насколько я знаю, очков репутации, чтобы впоследствии можно было... Так, а механика еще одна могу. Впоследствии можно было получить, так сказать, лицензию на более продвинутое рецепты. На рецепт, собственно, на лицензию, собственно, на выпуск оружия и так далее. То есть тут тоже такой упор делается. Так, 5 механизмов. А можно это как-то автоматизировать, этот ремонт? Потому что мне тут строить такую линию офигенную. Так, а это что такое? С этим что у нас? Да пока продать нафиг, блин. Купим. Чтоб глаза не мозолили. Так. За всем хрену следишь. То есть нам необходимо будет строить вторую линию. Так, тут. Опять цена большая, но материал еще есть. Исследование. Чего не хватает? Зиппера. Дайте нам зиппер. Где эта фигня? Так, металлформер. А, вот он, зиппер. Зиппер — это машинка, которая вставляет молнии. Застежки. Без него мы не сможем сделать ни штаны, ни рюкзаки. Ну, это понятное дело. Так, исследуем. Одна тут пока штампует заказы. Так, уехал. Да давайте подряд берем все. Все равно одни перчатки штампуем. Дайте нам все. А вот тут уже, по-моему, можно отсортировать по времени. Вот. Вот оно. Сортировка. Час 07. Уехал. До завершения заказа. 2.04. Уехал. Этого. Так, что со временем? Скачет туда-сюда обратно. 2.07, 2.51, 2.35. Да, в сторону час 54. Почему? В сторону увеличения должно идти. А ну... Нафиг, уехал. Здесь глючит немножечко. Хотя игрушка очень старая. Но до сих пор глючит. Ладно, уехал. Что у нас тут еще есть? Час 08, час 11 вроде нормально идет, час 15, час 23, да, вот теперь вот пошло сортировка. Час 36, час 52 в сторону увеличения. Вот это у нас самый быстро истекающий заказ, час 08. К 280 ему надо, наберем. А помельче нет? То, что мы можем уже отгрузить. Так, вот это можем отгрузить со склада. 20 у нас в запасе. Ну все, пока что. Так, оборудование портится. Так, свободная камера где-то должна быть. А, ну нет, это приводит просто к виду. Ну ладно, а на этом, пожалуй, пока что закончим.
Продолжение будет попозже. Всего хорошего, всем пока!